первый способ, это классический способ, который наверняка все уже знают, наверняка вы сами этим пользуетесь, это создание бесплатности, да, то есть это создание какого-то, чего-то вкусного для вашего клиента потенциального, которое он захочет взять, да, то есть это может быть какой-то PDF, какой-то чек-лист, или это может быть какой-то аудио в записи, да, или это может быть какое-то видео. То есть это что-то такое, что человек получает бесплатно, да, от вас. И таким образом приходит к вам в базу. То есть он получает бесплатно, оставляет свой email, свои данные, и он попадает к вам в вашу базу, да. И таким образом у нас появляется как бы вот такая пассивная, с одной стороны, база, которая приходит на эту бесплатность, и дальше, допустим, вы с ней работаете, вы рассылаете ей какие-то письма, да, с каким-то полезным материалом, и таким образом она у вас, если читает, то читает, да, и, соответственно, уже дальше развиваются с ней отношения.